Банде Гуру Пададхандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джана Самаюктам Бриндаванам Манохар Банша Калпатару Ващаки Пасинду Бхавачу Патитанам Павуне Бхавашнаве Бхьо Намо Нама Мукам Кароти Ващалам Пангум Ланхетагирам Ятки Патамаханга Ванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасвача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мадия Шанкитане Кришна Като Падеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Йогто Бхакти Прамадакша Джагодарана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Питатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарнаравиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Бисвуриджита Кимапигабхавадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикама и Кадакипам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Кададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджануламмита Бхуджау Канака Бодату Шанкетанай Капитару Камала Ютакшу Вишамбару Диджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманина Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхага Нараяно Прияманга Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Багиша Джоша Бадане Лакшмир Джаса Чавакшаши Ясяс Дейдай Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Таньяма Рупа Чаритади Сукиртанану Смритва Камина Расана Манаси Ниаджа Тишчана Бхаджета Дунураги Джананугами
калам наид ахилам ити уподеша сарам. Таньямарупа чаритади сукиртанану смритва крамена расанамана синьяджо тишчана бхаже тадануги джананугами калам наид ахилам ити уподеша сарам. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Jagadguru told, we Gaurya devotees, Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы Сарасвати Гаудия преданы, мы должны быть готовы потратить литры и литры крови ради освобождение этих обычных душ. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что мы преданные Гаудия Матха. Мы всегда должны быть готовы потратить литры и литры крови ради освобождения обычных людей, обусловленных душ. Даже после этого, даже после этого нет никакой гарантии, что обусловленные души не будут освобождены, поскольку обусловленные души, у них есть это ложное эго. Брахманду Бхамите Куно Бхагаван Джив Гуру Кришна Прасаде Пай Бхакти Лата Бидж. In course of traveling this infinity Brahmanda, и вот в процессе by chance, того, как они скитаются по этим бесчисленным брахмандам, kind of по величайшей удаче, кто-то может встретиться с чистыми преданными, услышать их харикатху, увидеть их характер, их поведение, их этикет, их идеализм, и постепенно такие люди могут развить бхакти. Gradually, not a matter of joke. Это не шутки. We are trying our best by the mercy of Guru Varga. Прилагать наши лучшие усилия по милости Гуру Варги. So that Shuddha Bhakti, pure devotional, чтобы Шудда Бхакти, чистая преданность, Vichar can be spread all over the world, but она распространилась по всему миру. Not so easy. Но это не так просто. Шрила Прабхупад уже сказал, что это очень сложно. Практически невозможно. И шлока, с которой начала, она очень важна. Actually, it is the last advice. Это последнее наставление. It is last and final advice. It is the last and final advice. Это последнее наставление Шрилы Рупа Госвами Пада. It is the last and final advice of Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami speaking. И вот Рупа Госвами говорит, это мое последнее наставление вам всем. Если вы примете его, это хорошо. Если тогда вы обретете благо. Таннам Рупа Чаритади Сукиртанану. Таннам. Таннам мин. Таннам значит. We know тот мин. Мы знаем тот. What do you mean by tat? Что значит тат? Тат это татвасту, а татвасту в Веданте. Татвасту, а татвасту. Татвасту в Веданте Бхагаватвасту. Татвасту значит Бхагаватвасту. Ом тат шат. What is Ом? That is Экакшар Брахма мантра. Ом is equal to Брахма. Ом. Это мантра. Ом она не отлична от Брахмы. That Ом is equal to татвасту. That is actually Brahma это vastu. Татвасту, значит, Брахма Васту. И это есть Татвасту. Infinity world, бесконечный мир. What you want, you can search. Мы можем there is one and single посмотреть, object. Что в этом мире есть один единый объект, который зовется Брахма Васту. But diversity но in our darshan, разнообразие dirty diversity. Нашего даршана, разнообразие, как хорошо, но скверное разнообразие нет. Unity, если мы будем чувствовать единство во всем разнообразии unity, или diversity. Разнообразие в единстве, okay. Это хорошо, но наше мировоззрение, our darshan, diversity darshan, mean, it means
Но мы часто под разнообразием принимаем только майю, а не различные формы Господа. Это майя даршан. Но тот, о котором я сказал сначала, это называется брахмавасту. И вот Рупа Госвами Пад говорит, имя Господа, Харе Кришна Махамантра, Рупа, форма Господа, его образ, его красота. Таннам Рупа Чаритади. Таннам Рупа Чарит Ади, etc. The transcendental character, и вот трансцендентное качество. Бхагаван говорит Брахме. Джаванхам ятха бхава яд рупа гуна карма каха татхайва вигьянам астуте мадану граха. By your mercy, по твоей милости, you can understand everything. By your mercy, personal effort, you cannot. То есть по милости Гуру, по милости Бхагавана можно осознать все, а без их милости это практически невозможно. И вот Рупа Госвами Пад говорит, Таннам Рупа Чаритади Шукиртонану, All Bhagavan Лила, Лилы Бхагавана, его Дама, Нама, all everything, all related, Наму, Даму и все остальное, что связано с ним, all together, все это вместе, all together is called, это зовется, all together is called, all together is tall, all together is called Bhagavat-tattva. All together is called Bhagavat-tattva. Все это вместе зовется Bhagavat-tattva Vigyana. Not that we can cut devotee. Не то, что можем отделить преданных от даму, или отделить преданных от дамы и совершать бхаджан Кришна, это глупо. Все чистые преданные, дама, нама, все остальное, что связано с Господом, всего лилы, все это вместе. Зовется Бхагават-таттва Вигьяны. А если у нас есть такая склонность к разделению, то тогда мы не сможем обрести милости. И вот единство в разнообразии и разнообразие в единстве у нас должен быть такой даршан. И Рупа Госвами Пад говорит, Патамам намна саванам антаккаранам судвьяртам апикшам шуддхеча антаккаране рупа саванена тадудвай жуггата бхавати. Follow? It's gradually, many times I told, you forget. First of all, we can purify our heart вначале мы должны очистить свое сердце, чтобы обрести способность повторять харинам, подлинный харинам должным образом. Харинам и Хари non-different. Харинам и Хари, они не отличны друг от друга. Вначале мы должны очистить свое сердце. Если мы не очистили свое сердце, что там какие-то навыки, то тогда мы не сможем повторять подлинность святой имя. Мы можем практиковать, как повторять Харе Кришну, но это не будет подлинным святым именем. Мы сначала должны очистить свое сердце таким образом, чтобы стать способными повторять харинам, и в то же самое время развить эту способность повторять харинам, мы должны пытаться очистить свое сердце с помощью общения с Гуру Вайшнавами. Мы должны пытаться очистить свое сердце, и в то же самое время мы должны служить чистым Гуру Вайшнавам. Если мы не служим, а просто повторяем харинам, то этого мало. Непрерывно всю жизнь мы должны повторять харинам и
служить сасаду, служить святым, даже после того, как мы оставим этот мир, если у нас нет интереса к служению саду, к служению преданным, то тогда мы не сможем обрести подлинной милости. Вот эта тема значит, что мы должны служить Харикатху и также служить саду различными способами, как Шрила Прабхупад служил своему Гурудеву с помощью Вани Севы. Он проповедовал его учение. И таким образом, здесь говорится, что вначале всего мы должны очистить свое сердце, и потом мы должны повторять чистый харинам, и чем больше мы повторяем чистый харинам, это значит, что мы повторяем чистый харинам, мы обретем прему. Это очень редко, когда вы повторяете имя Кришны всем сердцем, это значит, что вы обретете прему. Если вы повторяете Нам-апарадху или нам-абхас, наподобие святого имени или святое имя с оскорблениями, я говорил уже об этом раньше. Нам-апарадха, она принесет нам какие-то проблемы, какие-то может принести материальные богатства или еще что-то, которые могут отвлечь нас от пути баджана. Нам-апарадха, она никогда не даст нам Кришна прему и не поможет нам продвигаться на пути баджана. Обусловленные души, по крайней мере, могут повторить намабхас, подобие святого имени, его тень. Но тоже абхас здесь, это термин, значит, что что-то похожее на харинам. Как бы не совсем харинам, что-то вроде его тени. И вот намабхас, он может помочь нам избавиться от материальной обусловленности. Мы можем обрести мукти от материальных оков. И такую способность можем обрести намабхас. Он может поддержать нас на нашем продвижении вперед. Но what to do Namavas we are doing. At least we are doing Namavas. By Namavas, we are going to cut material bondage. То есть с помощью намабхасы, такого подобия святого имени, можно избавиться от материальной обусловленности, как-то он поможет нам продвигаться на пути баджана. И дальше мы должны пытаться прилагать свои лучшие усилия, чтобы пытаться повторить подлинный харинам. И в тот момент, когда вы повторите подлинный харинам, то вы обретете прему. Рупа Госвами Прат, он пишет в Намаштаке. И что же он говорит? И вот Рупа Госвами говорит такие слова. Мы должны страдать из-за последствий своей кармы. То, что мы делаем, это последствия этих действий. Мы вынуждены страдать, никто не может избежать этого страдания от последствий своей кармы. Если сделаем что-то неправильно, то плоды получим, то есть что-то благоприятное делаем, то, соответственно, наслаждение придет. И то, что мы делаем, мы получаем результаты своих действий. Каждое действие имеет такое же, но противоположно направленное противодействие. Поэтому нет пути избежать последствий своей кармы. Рупа Госвами говорит, что мы получаем это материальное тело, чтобы получить последствия своей кармы. Даже
Те, кто осознали Брахму, но все же не совершая кармы, мы не можем избавиться от анартха. То есть все равно мы должны что-то делать. И вот мы рождаемся и получаем какие-то страдания или наслаждения в соответствии с своей кармой, с плодами своей кармы, точнее. И страдая или наслаждаясь своими этими последствиями своей кармы, таким образом душа очищается от последствий, от этих кармов, от плодов кармы. На хинди есть такое пословица, что железо может разрезать железо, а что-то более твердое не может. Мы должны изменить настроение нашей кармы. Карма не может избавить нас от кармы. Карма, она может только погрузить нас в более кармическую такую запутанность. Но вот обычная карма, которую люди совершают, она не может освободить никого. Чем больше они совершают кармы, тем больше обусловленность попадают. Но если люди изменят настроение кармы, будут делать что-то для Бхагавана, для Господа, то тогда они смогут избавиться от последствий, как-то улучшить последствия своей кармы, не страдая. But one time you are going to get Harinam, then all problem finish. Но если мы повторим хотя бы подобие святого имени, то все последствия нашей кармы они уйдут. В Ведах, Упанишадах таким образом прославляется слава святого имени. И вот та шлока, с которой начал Рупа Госвами Пад, он говорит, что Бхагаван нам, имя Господа, гуна, его качества, его деяния, его... Мы должны воспеть славу Бхагавана. Сукиртанану. Таньяму рупа чаритади сукиртанану. Я very important one. Сукиртанану mean шу. Сукиртанану здесь значит нечто очень благоприятное, очень чистое. Сукиртан. Мы совершаем киртан. Но это нельзя сказать, что это сукиртан. Сукиртан значит, мы должны следовать своему Гурудеву, следовать тому пути, которому следует наша Гурварга. Почему люди иногда гневаются на меня? Поскольку я хочу показать им такую картину нашего лицемерия, то, что есть на самом деле. Поэтому некоторые гневаются. Это единственная причина. Саду. Будьте осторожны, не забывайте. Чистый саду, он известен. Можно определить его по сампрадая ништхе. Насколько он предан своей сампрадае, сколько любви он имеет к Гурварге, к нашей сампрадае. Если кто-то критикует Гурваргу, то такого человека глупо признавать саду. То есть нужно смотреть, если какой-то саду одобрен именно Бхагаваном, а не какой-то публикой. Если открыть свои глаза и посмотреть, то это единственное, о чем мы должны думать. Чистый саду. Можно видеть, что у него есть огромная любовь к своей сампрадае. Он всегда хочет посвятить жизнь своей сампрадае. Сампрадае значит наша Гурварга. Он готов посвятить жизни души все, что у него есть ради сампрадае. И тогда можно понять, что это подлинный саду, чистый саду. Он известен по своей сампрадае ништхе.
то насколько он посвятил себя к своей сампрадае, распространению ее учения, если на учение сампрадае, но Вани Вайбхав защищено, то значит, что это все защищено. И это главная обязанность ачарьи. А если ачарья отклонился от пути сампрадаи, то нельзя сказать, что он ачарья. Если подлинный саду, он, его главный признак того, что он следует Шри Прабхупаде Бхакти, он такого и их учения, учения нашей Гуруварги. И вот чистый саду, он известен по своей преданности сампрадаи, сколько он посвящает чистой Вани Севе, то насколько он практикует и проповедует то же самое учение, которое он получил от своей Гуруварги. Это термин значит, называется сукиртан. Если мы следуем нашей Гуруварге, то тогда наш харикатха может быть сукиртаны. Если я говорю что-то от себя, чтобы ради обретения денег, славы или еще чего-то, то это не сукиртан. Тогда такая лекция не приводит к ничему хорошему. Рупа Госвами потом говорит об этом особый термин сукиртан. Ну, значит, анукиртан, значит, сначала су значит чистый. Су-киртан-ану, киртан плюс ану, если разделить эти слова, су плюс киртан плюс ану, вместе с су-киртан-ану. Су значит, это должно быть чисто, очень чисто, не должно быть никакого осквернения. Киртан значит Харикиртан, Харикатха, которого мы слушаем, но будьте осторожны, под руководством нашей Гуруварги, не от себя. А мы должны все совершать под руководством нашей Гуруварги, если будем следовать стопам нашей Гуруварги, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорит. Мой Гурудев, он не дал нам разрешения совершать джулан ятры и прочие лилы, и поэтому мы этого не делаем. Шрила Прабхупад не одобрил этого, поэтому нам нет нужды это делать. Не так, что кто-то пытается доказать, что Рупануга Бхакта и организует какие-то джулан ятры, то это признак того, что такой человек не следует своей Гуруваге. Если кто-то хочет помирить, то сложно его помешать. Вот Сукиртанану, вчера я вечером говорил, если какой-то ученик, он нарушает наставление своего Гуру в Упадешамрите, есть такой стих. И вот там в комментариях Шрилы Прабхупады говорится, не все это переводят, к сожалению. И вот То есть некоторые люди боятся быть облеченными, поэтому не переводят вот конкретно вот эту шлоку. И вот вчера я говорил, Шрила Прабхупада говорит там, что если ученик, может проповедник или саньяси или ачарья, они не столь важны. Я в общем говорю, если он нарушает наставление Гурудева, то он попадает в ад вместе со своими последователями. Не только это, но также говорится, Шрила Прабхупад говорит, он может родиться как свинья.
как сради за свиньей, которая питается испражнениями. Шрила Прабхупад говорит об этом, и гуру — это не шутки. Харибаджан — это не шутки. Я не показываю какую-то... Не делаю ничего на показ. Будьте осторожны. И вот Рупа Госвами Пад говорит: Сукиртан значит непрерывный киртан. Когда мы спим, или едим, или идем на рынок, или еще куда-то, мы всегда должны повторять харинам. Мы не должны прекращать повторять святые имена. Это ключ к успеху. Как Майявади, например, они постоянно прекращают что-то делать, но мы не должны прекращать повторять харинам, мы должны всегда повторять его. Это ключ к успеху. И вот Рупа Госвами Пад говорит, что анукиртан — это совершение киртана под руководством нашей Гурварги. И второе значение — непрерывно. Morning, noon, but I am speaking Harikatha. All the time, I cannot stop Harikatha. Kirtan, always going. И вот так киртан всегда происходит, мы должны... Можно видеть, некоторые преданные, они очень долгое время говорят Харикатху и не устают. И как мы должны повторять харинам вот в соответствии с этой шлокой. Смритва значит помнить. Не то, что наш ум должен отвлекаться на какие-то другие вещи, нет, сукиртанану. И после этого говорится смритва. Поскольку ум, он в нашем теле наиглавнейший. So you have to engage the mind. И мы должны занять ум. Your mind there, Hare Krishna, Hare Krishna. What is this? И в повторении святых имен мы должны пытаться занять ум также в повторении, не просто физически повторять, еще и умом. И постепенно, памятуя. Smritta kameno rasana manase niyajya. Your tongue, your mind, наш ум, наш язык и наш харинам, который мы повторяем, все это должно быть в гармонии, находиться на одном уровне. Если мы повторяем харинам, мы должны думать о харинаме, размышлять о нем, а не о чем-то постороннем. Все должно быть на одном уровне. И когда мы повторяем харинам, наш язык повторяет харинам, должен и ум также, и сердце, и все должно быть так параллельно. И тогда в одном направлении устремлено. И тогда и также здесь говорится, что мы должны находиться во Враджадхаме. Но что значит Враджадхама? Если физически невозможно, то в уме. Если вы иногда, если вы слушаете Харикатху по-настоящему, то это также значит, что или находитесь на Вадвипе, то это тоже также значит, что вы находитесь во Врадже. Тат здесь, термин Тат значит те, кто близкие, дорогие Кришне, Враджаваси. И мы должны следовать им. Как раса мы можем практиковать и в соответствии со своей сварупой,
с Обавой, мы будем чувствовать привлечение к чему-то, как здесь, в Шринатпуре. Вот где-то там, в той стороне, там деревня была, Шринатпур, называлась от Шивасангана, там вот на этот северо-восток. И оттуда два человека, ну, молодых человека пришли к Рагунанда с Бабаджи Махараджа. Давно это было, лет 400 назад. И вот они под руководством Бабаджи Махараджа совершали баджан. И в итоге они достигли большого прогресса на пути баджана. И вот они слушали Харикатху от Бабаджи Махараджа. Они не были привлечены семейной жизнью и прочими материальными вещами. И в итоге они, спустя долгое время, они попросили у Бабаджи Махараджа, какова их сварубава, какая раса это, внутри этой сварупы. И Бабаджи Махарадж тогда спросил. Он спросил, у них достаточно много вопросов. И вот Бабаджи Махарадж начал задавать один за одним вопрос, и в итоге он спросил, что твоя раса Мадху раса. А другому он сказал, он тоже задал много вопросов ему и сказал, что тот Сакхья раса. И в итоге они отправились в Пурушоттам Даму в Нилачал по разрешению Гурудева Рагунандас Бабаджи Махараджа. Они встретили там Гопал Гуру Госвами в то время. Гопал Гуру Госвами был там. Дьян Чандо, точнее, Гопал Гуру уже ушел, они встретили Дьян Чандо Прабху. И они тоже спрашивали у него множество вопросов для подтверждения. Для подтверждения своей расы, и в итоге он все подтвердил. И мы должны следовать Враджа-васи, например, вы привлечены расы, вам нравится раса Яшода, и мы должны следовать Яшоде, ее настроению, ее чувству в практике своего баджана. Если вы хотите, вам нравится настроение Нанды Бабы, то должны следовать ему. И таким образом, если вам нравится настроение Маду Мангала, Субала или еще кого-то, то нужно следовать им соответственно. И таким образом, в соответствии с вашей склонности к следованию какой-то той или иной расе, то нужно следовать, и вот Рупа Госвами подговорит. Те, кто служит Кришне непосредственно, кому-то нравится раса Субала, Шидама, и вот день и ночь мы должны помнить, совершать баджан. Кришне сейчас нужно еще достичь этого уровня. Как Нанда Махарадж мы обнаруживаем, Нанда Махарадж, он плачет. Он не может забыть, что забыть. Нанда Махарадж, он на волоске от смерти. И вчера я говорил, когда Удав Махарадж, он снова и снова. И для этого я вот еще должен прояснить один момент. Калам наед акхилам ити упадеш сарам.
И вот последний шлока, последний строка этой шлоки о том, что мы должны использовать все свое время. Не так, что с 24 часов мы 5 минут теряем где-то, нет. Рупа Госвами Патон вот в этой шлоке, в последней строке говорит, что «Калам наед Ахилам». Ахилам значит полностью всю вашу жизнь и все ваше время. Мы должны использовать таким образом. Калам наед Ахилам. И в этом суть всех моих наставлений. И вот вчера я говорил, как Удав, какими различными путями он пытался утешить Нанду Махараджа и Яшоду. Но не смог. И в итоге, когда он признал, и когда Удав он как-то смог напомнить, что Кришна, он не только и вообще не сын Нанды еще, да, Верховный Господь, сын и друг всех и каждого. Нанда Махарадж был очень еще более печален. И Нанда Махарадж с огромной болью сказал: «О, Удав, я думал, ты разумен. Но сейчас я нахожу, что ты глупец. Почему? Пока я думал, а ты пытался утешить меня, но такое утешение, которое ты нам дал, что с ним делать? Но это твое утешение, оно приносит мне только больше боли. Ты убедил меня, что я не только своего сына потерял, но и Верховного Господа Кришну. То я просто думал, что я потерял своего сына, но теперь благодаря тебе я еще понял, что не только сына потерял, но и Верховного Господа. И как я могу жить дальше? Моя боль разлуки внутри моего сердца, она только увеличилась. И таким образом ты утешаешь меня. Кто что делает. И вот дальше не буду об этой теме говорить. Перейдем к следующей. Evam nishasha brvator vatita nandosha krishnanu charasya rajan gopaho samutvayo nirupadipan bastuno samabharcho dadhini amantayan. This way in course of discussion, таким образом в процессе их дискуссии между Нандой и Удавой. Вот Удав пришел вечером, омылся, Аник повторил, его накормили, отдохнуть дали какое-то время небольшое, и начали говорить. И вот так ночь прошла в обсуждении Кришны. Они не спали, а говорили. Чайтанья Махапрабху говорит: «Харикатха — это мой подлинный отдых. Я могу говорить Харикатху и отдыхать одновременно». И вот, когда ночь кончилась, все гопи в Раджавасе, они рано встают с утра. Все большинство Раджаваси, они очень рано встают.
И вот они потом подносят, зажигают лампаду. После этого они потом они весь этот йогурт помещают в какую-то емкость, начинают пахтать, чтобы масло получить, чтобы масло спахтают. И they are going to sing the glories of Krishna Balaram. Follow. Somebody according to their taste. И вот когда они пахтают масло, они не просто молча пахтают, а воспевают славу Кришны. Кто-то поет о Дамодаре лили, кто-то Путана лили, кто-то еще какой-то лили Кришны. И вот они поют песни о Кришне таким образом. И в процессе они еще носят эти браслеты, прочие украшения, и когда они пахтают йогурт и пахтают, то есть масло из йогурта, они поют, то эти браслеты они звенят в такт. И как-то подобно такому музыкальному инструменту с каким-то ритмом. Very sweet sound. It seems that somebody going to play musical instrument. And their song, together with their song, и вот они вместе с they are doing this. Making the environment is such sweet. И таким образом это окружение, эта обстановка становится очень прекрасной, когда они пахтают масло, поют о Кришне, и браслеты и прочие украшения звенят в такт всему этому. Раджур бикаршат бхужо конкона сраджаха чалат нитамбо стано харо кундалаха тишат копаларуно кумкуманана кумкуманана. They are very good looking, nice. И вот они очень прекрасно выглядят. In the way they have necklace, they have necklace. All wear kundal, different malas, raja. You know, when they are in some of the house, they are в каких-то домах. Manidip, you know, somebody going to light fire and set, and in some house some manidip, mani, some diamond is there and the light reflecting. Money, you know? Money means jewel. Есть драгоценности. If you put one, you know, jewel, it can glamour, you can see. So, та, и они тоже сияют как-то. Огонь лампады отражается, переломляется в них, становится очень красивым. Тишат копала руно кумкуманана. They are going to follow. These are their decoration, all nice. Very nice decoration they are. With they are going to sing the glories of Krishna. Udgayatinam. They are singing the glories of Krishna. И вот они воспевают славу Кришны. Аравинда лучанам. Браджанганам дивам аспришатханихи. Because поскольку in each and every room, и в каждой комнате, so many room на Браджаваси, в Раджаваси, в их домах много комнат, in each and every room, и в каждой комнате в Раджаваси они so each and every room same, they are going to do делают this, то же самое. How a mix, то есть, в смысле, a вот не в комнатах, а в каждых домах. Они делают масло из йогурта, поют песни о славе Кришны, и украшения они звенят в такт
всему этому. И Удов слышал все это, и он почувствовал какое-то блаженство, какую-то трансцендентную радость, как будто он обнаружил, что Кришна здесь. И столько любви у этих враджа-гопи. Брадянгананам дивам аспришадхани. И тогда весь этот звук он распространился, и такое прекрасное чувство создавал. И как будто и все эти звуки, они были очень благодатны. И Шукадева Госвами говорит, слушайте, прекрасные звуки вокруг, они были подобны каким-то благоприятным звукам, которые распространили благо вокруг. И после этого, in the very dawn, dawn mean in the morning time when sun going to rise, sun just going to rise. И перед восходом солнца, когда восток становится такого красноватого рыжего цвета, в Раджавасе подумали, что это откуда эта колесница приехала. Вечером они уже пошли по своим домам, было темно достаточно, и они не заметили. А на восходе солнца они увидели, что кто-то приехал, откуда эта столь прекрасная колесница. И Бхагавати удите сурьо нандадари баджаукасаха дриштаратам сато комбхам кашаям ити чабрубана. И вот они говорили друг с другом, кто приехал на этой колеснице. Она стоит у двора Нанды Махараджа, и они думали, кто же мог приехать. Может, это этот негодяй Акул опять приехал, который забрал Кришну Баларам отсюда, и он опять приехал. Может быть, Акур, этот бессердечный Акур опять какие-то проблемы нам принес. Он так уже забыл Кришну и Баларама бессердечный. Опять, может, он приехал, но Камса уже помер. Зачем ему опять приезжать? И чья же это колесница? И вот они обсуждали друг с другом. Может быть, это колесница Акура. Мы думаем так. Окрур, окрур агатаха, кингва, я кансо сарто садакаха. Maybe that окрур coming, heartless окрур. Same chariot was there. Вот они вспоминали, а Акура приехал на такой же колеснице, и думали, что он опять приехал. Поскольку он всегда приезжает по интересу Камсы. Джейно нито мадхупурим кришнаха камалолочанаха акрура агатаха кингва я камсо шартхо садакаха джейно нито мадхупурим кришнаха камалолочанаха. It must be акрур. Это должен, наверное, акрура, который забрал Кришну Баларама отсюда. И какова цель, ради которой он пришел?
И вот они обсуждали, поскольку их сердце оно горело, поскольку Кришна ушел. И естественно, их сердце день и ночь горело в разлуке. И вот они подумали, что может быть он приехал совершить шрадху. Shraddha, you know, after somebody died, some ritualistic activity is shraddha, you know, follow. Funeral cake, everything they are giving. Oh, maybe now everybody dead body, so maybe he's coming to do some funeral. Last funeral. И вот они подумали, что shraddha. Он, наверное, подумал, что в Раджавасе они померли от разлуки с Кришной. И, наверное, приехал провести какие-то погребальные обряды. King Sadayuti Asmavir Bhartuhu Pratasya Niskritim. What benefit he'd like to do of his master Kamsa? Что он хочет сделать для своего Камса? Может, хочет какие-то погребальные обряды провести? King Sadayishati Asmabhir Bhartuhu Petasya Niskritim Iti Strinam Badantinam Uddhavo Agad Kritannikaha. What speaking? King Sadayishati Asmabhir Bhartuhu Pretasya Niskritim. What speaking? King Sadayishvati Asmabhir Bhartuhu Pretasya Niskritim Iti Srinam Badantinam Uddhavu Agad Krito Annikaha. When they are discussing with И вот когда они обсуждали, смотрели на все это, и тем временем Удав, он принял омовение, повторил аник и вышел посмотреть на Враджабуми. И тем временем они увидели, кто это. Они не знали. Очень похож на Кришну, кто он. И они были очень заинтересованы. Особенно гопи, они рано встают. В нашем доме тоже мать вставала раньше всех, позже всех ложилась и раньше всех вставала. Это природа матери, мы видели. Но в материальном мире, не знаю, что сейчас происходит, но раньше это так было. Uncivilized society. What they are doing? I'm less interested. I'm speaking about traditional Vedic culture. Я говорю о традиционной ведической системе. When they are talking with themselves this way, you know, when they are talking this way, that time they discover. И вот они обнаружили кто-то прекрасный, похожий на Кришну. Кто же он? Выглядит как Кришна, одежда такая же, внешний вид такой же, все как у Кришны. Кто же он? Iti Srinam Bravantinam Uddhavu Agad Kritannikaha Krita Annikaha. Критам Анникаха. Что здесь говорится? Крита Анникаха. И вот утром, повторив Анник, перед восходом солнца нужно повторить Анник. Или... Это самое благоприятное время. И вот те, кто гопи, они говорили между собой. И Сукадев Госвами в следующей главе говорит: I can discuss something which is prohibited. Our Brahma Gita I cannot discuss prohibited. Actually, very high thought. Потом Брахма Гита начинается, это очень высокая тема. Я не буду ее обсуждать. И вот Шука говорит: Тванг, Тванг, Викшо Кришна Анучарам,
Bajastriyaha Pralamba Bahum Navakanja Lochanam Pitambaram Puskaramalinam Lasan Mukharabindam Parimista Kundalam. What speaking? Tvam Bhikshu Krishnanucharam Bajastriyaha Pralamba Bahum Navakanja Lochanam Pitambaram Puskaramalinam Lasan Mukharabindam Parimista Kundalam. They could realize, first of all, и вот в начале всего они поняли, что Кришна пришел, но потом смотрят, что не Кришна. Если бы это был Кришна, то тогда влечение наших сердец к нему, он похож на Кришну. Пойдем посмотрим, что там. Но сначала они подумали, что Кришна, но потом поняли, что не Кришна. Поскольку если бы Кришна пришел, то влечение их сердец очень огромное к Кришне. Но такого не было. Может, посланник Кришны, но очень прекрасен, как сам Кришна. Наверное, какой-то слуга Кришны выглядит как Кришна. И запах от него, как у Кришны. Он носил одежду Кришны. И гирлянду такой же носил, что носил Кришна. Питамбар, all same. Clothes and everything same. So, it must be, you know, Krishnanucha. He must be there in one messenger. Наверняка посланник, посланный Кришны. Tvang bhikshu Krishnanucharam. Kya, what is reading? Tvang bhikshu Krishnanucharam. Bajastriyaha. Pralamba bahum navakanjalochanam. Pitambaram puskaramalinam. Lasan mudha mukharabindam parimishta kundalam. Subhismitam, they are stunned, they are surprised, they are like magic. И вот они были удивлены. Subhismitam, ko ayam apibhya darshanaha, kutascha kashashchuta besha bhushanaha, iti sma sarva paribrabhur utsukaha stvam. Uttama sloko padambujasrayaha. They realize. Shubhismitaha. First of all, they become surprised. И вот они удивились. И после этого говорят, кто? Апибьядаршанаха. Это very nice looking. Who? Столько прекрасный. Кто же он? Кутасча кашасчута пешабхушана. Why we see почему мы видим, смотрите, он такой же, как Кришна, его гирлянда, его все остальное, он такой же, как Кришна. Откуда же он пришел? Почему он выглядит так, как Кришна? И таким образом они были очень удивлены. Very from heart, и всем сердцем они выражали такой интерес. Out of curiosity, tremendous curiosity. Paribrabhu, they started speaking with. И они начали говорить with full attention. С великим вниманием. Paribrabhu utsukaha. Stam uttama sloko padambuja srayaha. Now we realize he и сейчас мы поняли, что он слуга Кришны. What speaking? Speaking stam uttama sloko padambuja srayaha. We know. Мы знаем. Is a servant of Krishna. Он слуга Кришны. Now we realize. И сейчас мы поняли это, поскольку иначе такого не могло случиться, что он в той же одежде. Так же ведет себя, ходит так же, настроение такое же, но почти Кришна, но нет. Мы знаем, что Удав уже в этой жизни, он достиг Сарупи, такого же облика, как у Кришны. Твам пасраена аванатаха, шу шанскритаха,
шабхида хасекшана шуннета дивихи рахаша причан упо виштасане вигьяйо сандешарам рамапате. They calculated. Surely he is going to bring some message for us. И вот они подумали, что наверняка это послание Кришны, он принес какое-то послание нам. Мы, они думали, что Кришна должен послать им какое-то послание. Вот этот Удава пришел. И вот сейчас из-за такое преполняющее их любви, они выразили какой-то гнев. И вот они говорят, что мы простые гопи. Иногда можно видеть, что кто-то говорит, что ему что-то не надо, когда на самом деле надо, или наоборот. И вот эти гопи говорят, что мы простые бедные гопи, а Кришна уехал к Лакшми, поэтому он не заинтересован в нас, оставил нас тут, и таким образом их тактика. Было такое выражение Бхавы. Там пасрена аванатаха шусанскритаха шаббирахасекшано шуннетадивихи рахаша апричан упобиштасане вигьяйо сандешахарам рамапатхе. By realizing he must be the messenger of Krishna. И вот они подумали, что наверняка это посланник Кришны, он принес нам какое-то послание, и вот они взяли Удаву, какое-то уединенное место, и со стыдом начали спрашивать. Единственная причина, по которой эти раджа-гопи, никакие мужчины не разговаривали, только с Кришной, но подумали, что это Удав, он посланник Кришны, поэтому... И выглядит он как Кришна, поэтому можно с ним поговорить. И вот, чтобы узнать послание Кришны, они пошли в какое-то уединенное место. В Вриндаване я могу показать рядом с Гопешваром. Гьянагудри. И вот это место Гьянагудри называется. It is called in Vrindavan Banana Garden. Banana. Banana Garden is very cool. Потом еще там какое-то место. И вот они, в общем, пошли туда и дали асану, усадили его на почетное место, и Удавджи, он выражает полное почтение. Обычное правило, если кто-то старше, он дает нам какую-то асану, чтобы мы сели туда. И правило таково, если кто-то старший нам дает какое-то почетное место, что нужно сделать? С одной стороны, нельзя нарушать их наставление, не сесть там тоже нехорошо. С другой стороны, сесть тоже нехорошо, поскольку он более старший, уважаемый, дает нам место, чтобы сесть. Что можно, в этом случае можно сесть рядом, а руку положить на асану, в то время таким образом выразить почтение этому человеку, потому что он предложил нам асану, и также избежать неуважения к асане, садясь на нее. И таким образом... Вот Удав, он так тоже думает об этом, что гопи, они старше его, более уважаемые, почитаемые, поэтому не сел на асану, просто сел рядом и положил руку на нее.
Pasrayena avanata Shushakritam Shabhido Hashekshano Shunyata Divihi Rahasya Prichad Upobishtasane Vigyayo Sandesharam Ramapate Tam Pasrayena avanata Shushakritam Shabhido Hashekshano Shunyata Divihi Rahasya Prichan Upovishtasane Vigyayo Sandeshwaram Ramapate. He is going to sit, going to Anantar. After that, they realized that he is going to carry some message for us. Они поняли, что он принес какое-то послание для них, и взяли, увели его как со стыдом в какое-то уединенное место, им было стыдно, они не могли смотреть на него. Но с таким, вот с таким стыдом они увели его куда-то, слегка улыбаясь, и сладкими словами начали поклоняться посланнику Кришне. Как, поскольку поклонение посланнику Кришне это также является поклонением самому Кришне. Это важная сиддханта. Многие люди не знают его, если Гурудев нас посылает так куда-то. Как его представителя куда-либо, если не оскорбляют такого человека, то это оскорбление Гурудева. Даже в политике такое правило, если какая-то страна посылает какого-то посла куда-то, то такого человека как-то уважать должны, какое-то почтение выражать. И вот гопи, они также выразили свое почтение ему, таким образом выразив почтение Кришне. И we have seen the reaction. Simply they are going to fight with the sadhu because he is the disciple of somebody. But Gurudev sending him, they are going to insult him. Then immediately their society will ground. Because he is the messenger of Gurudev. И вот можно видеть иногда, что he is the messenger of Bhakti, messenger of Bhakti Siddhanta Madhava Goswami. If you insult him, you are insulting Gurudev. Ну и таким образом, если оскорбляем посланника Гурудева, то это оскорбление в адрес Гурудева получается. И к ничему хорошему это не приводит. Если мы оскорбляем учеников Гурудева, это тоже является таким косвенным оскорблением Гурудева. И вот поэтому гопи, они выразили почтение Удаве и speak very humble way. Сказали со смирением, что мы думаем. Джанимоствам, джадупатехе паршадам самупагатам. By watching you, we realize surely. Видя тебя, мы поняли, что ты паршад, спутник. Парафарналия парша. И близкий Кришне. Janimostvam jadupatihe parshadam samupagatam. We are sure they are the messenger and parshad of Krishna. Мы уверены, что ты спутник Кришны, и что за новость ты принес нам. Your bharte, bharte mean your master. И твой господин Кришна, он послал тебя. Preshitaha means going to send you to find some solution. Чтобы найти, чтобы because утешить своих отца и мать. Кришна, наверное, о нас не думал, а послал тебя, чтобы это утешило их, его родителей. Поскольку мы знаем о нас, он не будет думать. Мы не можем ожидать, что он будет думать о нас, и поэтому, может, он послал тебя утешить своего отца и мать. Иначе мы думаем, что ты пришел по указанию своего господина Кришны, чтобы решить какие-то его проблемы, иначе.
И вот они говорят с таким сладким гневом, что здесь место этих пастухов, всяких необразованных, и что мы тут делать? И эти гопи таким образом выражают сладкий гнев, иначе мы не находим никакой причины, почему он послал столь важного человека, как ты, сюда, где одни необразованные пастухи, пастушки и коровы. И это наверняка главная причина. Мы не чувствуем, не думаем, что он чувствует что-то. И помнит у нас, поскольку он уже оставил это место. И он думает о своих отце и матери, те, кто Мунириши. Великие Мунириши, они также думают о своих родителях. Нельзя их игнорировать. А мы просто простые пастухи на этом, в этом месте, где одни коровы, необразованные пастухи вокруг. И мы гопи. И вот и мы думаем, что он только помнит своих отца и мать. И таким образом они рассказали о своих чувствах ему. И множество других сокровенных вещей там было, я не хочу их обсуждать. Сейчас, если я и вы станете достойными в будущем слушать это, то я попытаюсь все рассказать. Таннямару пачаритади сукиртанану смритва камино расанаманасини аджа тишчана брже тадану раги джанану гами Калам наид акхилам итиупадеша сарам таньяма рупа чаритади сукиртанану смритва камина расанаманасини аджа тишчана бже тадану раги джанану гами калам наид акхилам итиупадеша сарам манча калпатру сикипасиндве патитананг павнебо вишнабхьо нама.